Всем приветики! Меня зовут Лиса, и я рада видеть тебя на моем канале. Сегодня я бы хотела рассказать вам о том, как консультанты разводят нас в магазине косметики и с чем может столкнуться любой покупатель, который приходит в магазин. Вы не представляете себе, какой это просто кошмар! Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что здесь будет несколько также полезных советов, как не попадать во все эти разводные махинации, как именно нас разводят в магазинах косметики, и, естественно, будет несколько историй, в том числе та история, которая побудила меня снять такое видео. Если мы наберем на этом видео 15 тысяч пальцев вверх, то я обязательно сниму продолжение, потому что, если честно, говорить об этом можно очень долго, и я понимаю, что это тема, которая касается просто каждую из нас, каждого человека, который ходит в магазин. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой канал, тык, и включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем. Вчера я встречалась с подругой, и она рассказала мне просто какую-то максимально безумную историю. Сейчас я расскажу вам, что за такую безумную историю она мне рассказала. Она, значит, говорит, была недавно в магазине косметики и купила себе минеральную пудру. Минеральная пудра. Причем, кстати, купила дорогую, там со скидкой у нее получилось в районе 4000 рублей. Так вот, идет она на кассу с этой пудрой, консультант ей, естественно, ее дал, она вся в коробочке завернута, все красиво. Идет, значит, она с этой пудрой на кассу, оплачивает, идет домой. Когда она приходит домой, соответственно, она эту пудру не достает, потому что она только пришла с улицы, зачем ей вообще сейчас что-то доставать, смотреть, тем более это пудра, а не помада, да? Ну и стоит у нее этот пакетик с пудрой нераспакованный несколько дней, пока она, ну, не захотела достать свою покупку и таки протестировать ее на лице перед выходом куда-то там. И, значит, что происходит? Она достает эту пудру, открывает коробку, а пудра поюзанная. Пудра была использованная. Вы знаете, она говорит, если бы она жила не одна, то есть если бы она жила с кем-то, не знаю, с родителями, например, она бы подумала, что, наверное, просто, ну, мама там взяла или, возможно, какая-нибудь сестра. Но нет, она живет одна, так что вариантов того, что она пришла и кто-то попользовался ее пудрой, просто никаких нет. Как она вообще поняла, что с пудрой что-то не то? Потому что иногда бывает действительно, знаете, покупаешь такую вот банку какого-то товара, а там вместо, ну не знаю, вот такого количества, вот такой вот маленький грош чего-то там насыпан или налит. Как она поняла, что пудра была использована? Ну, во-первых, 70% только было внутри этой пудры. Во-вторых, сейчас я покажу вам, как должна выглядеть минеральная пудра. У меня как раз просто есть новая. А вот моя новая неиспользованная минеральная пудра. Это просто пудра из рассылки, как бы, но смотрите, в чем прикол. Вы видите, когда вы покупаете пудру, когда она новая, именно минеральная, у нее всегда есть вот такая вот защитная штука. Неважно, за сколько вы покупаете пудру, даже в очень дорогих пудрах всегда вот эта вот наклейка, она всегда присутствует, потому что если ее не будет, просто вся пудра у вас, ну не знаю, рассыпется. А это всегда присутствует. На ее пудре этого стикера не было, то есть он был снят. Хотя эта пудра, которой она уже пользовалась неоднократно, то есть она второй или третий раз покупала ту же самую пудру, и то есть она знала, как эта пудра должна выглядеть. Она, значит, вообще просто в каком-то крайнем недоумении. Ну окей, мы с ней встречаемся, она рассказывает мне эту безумную историю, я начинаю бомбить, и я снимаю в Инстаграм свой вот такую вот историю. Давайте мы вместе с вами его посмотрим. Значит, сторис. Сторис в Инстаграм. Что я снимаю? Слушайте, еще только что произошло такое немножко странное событие. А вы когда-нибудь сталкивались с тем, что вас разводили консультанты в магазинах косметики? Или вот что-то такое, но неприятное именно в магазине косметики с вами случалось? Если да, то расскажите, пожалуйста, потому что я пока что-то не понимаю, что произошло. Как видите, в этой истории я не говорю вообще о том, что произошло. То есть здесь вообще нет никакого намека о ситуации, которая произошла с моей подругой. Это было буквально вот вчера в моем Инстаграме. Нет, это было в понедельник, короче, это было в моем Инстаграме. Так вот, очень многие люди мне потом стали писать в ответ на эту историю очень похожие истории с той, что случилось с моей подругой. Несколько человек мне действительно написали о том, что да, они покупали какой-то товар и потом обнаруживали, что этот товар был поюзанный. Давайте почитаем одну из историй, которая произошла с моей подписчицей. Да, бывало, смешная история с помадой. В общем, я иду в магазин косметики за матовой помадой. Смотрю оттенки, тестирую, выбираю самый подходящий для себя цвет. Покупаю помаду. Все так приветливо улыбаются и ни слова мне не говорят. Стоит мне отойти от магазина так шага на 3, и я решаю испробовать свою покупку на себе. Открываю, а там помада откровенно использована. Думаю, случайно взяла тестер. Возвращаюсь в магазин, смотрю, на полке стоит тестер. И отсутствует одна новая помада, которую как раз я взяла. Подхожу к своему консультанту, спрашиваю, почему помада использована. Она смотрит таким взглядом, типа, о нет, нас раскрыли. Зовет другую консультантку и с таким же цветом помады на губах.
Видимо, понравилась ей эта помада. Она подходит ко мне со страхом на глазах, смотрит на меня. Моя девушка, тут-то имеет подразумевается консультантка, у другой шепотом спрашивает: «Это ты сделала?» А та кивает. В общем, в итоге я развела скандал. Нет, ну а что вообще за дела? И мне разрешили выбрать любую помаду за счет их магазина. Подписчица пишет, что это происходило в магазине «Космо» в Беларуси. И таких историй мне прислали несколько. Просто это самая цензурная история, потому что в основном люди, ну, скажем так, реагируют несколько иначе. Кто-то приходил домой с использованным тональным кремом, у кого-то действительно была открытая губная помада. Кстати, обязательно после просмотра этого видео напишите в комментарии, вы сталкивались с каким-то таким странным отношением консультантов к себе или с покупкой странных товаров, которые не соответствовали тому, что вы покупали, и как вы в этой ситуации себя вели. Потому что, если честно, это было бы безумно интересно и, возможно, даже в какой-то степени полезно. Объясните мне, пожалуйста, как это вообще возможно? Нет, я понимаю, сейчас можно сказать, что типа покупатели сами тупые, они не проверяют то, что они покупают. В принципе, справедливо? Ну, справедливо. Но давайте обратим с вами внимание на то, что мы приходим в магазин, мы отдаем деньги, и почему мы должны заранее от магазина ждать какого-то западла? Нет, ну серьезно, что это вообще за мракобесие какое-то непонятное? Да, безусловно, теперь, когда я буду ходить в магазины косметики, я буду смотреть, буду распаковывать все эти коробочки и смотреть, все ли у меня на месте, те ли у меня цвета, и вообще поюзанное это или действительно новое. Я теперь так буду делать? Нет, ну а что? Я совершенно не хочу прийти домой с покупок косметики и понимать, что это вообще что-то не то, что я покупала. Сейчас дальше расскажу вам историю. Кстати, спасибо, что поделились со мной всем этим в Инстаграме, потому что я вам честно скажу, если бы не было такого большого, колоссального количества людей с похожими историями, которые вы мне вчера писали, если бы я не получила эту обратную связь, я бы эту тему не подняла. Но я так понимаю, что эта тема действительно, она очень актуальна, прям вот очень актуальна. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Обычно у меня там, конечно, все очень положительное происходит, и я, наоборот, делюсь с вами радостью, но иногда вот случаются действительно такие ситуации, когда ты понимаешь, что ты должна понимать, ты вообще... Одна попала в такую тупую ситуацию, одна твоя подруга попала в такую тупую ситуацию, или это, в принципе, ну, в какой-то степени, там, не знаю, ненормальная норма. Поэтому обязательно подписывайтесь, ссылку я вам оставлю в описании. Ну, и Инстаграм у меня, в принципе, ничего такое, я стараюсь. И еще один пункт, о котором я бы именно сегодня хотела с вами поговорить. Я уверена, вот это точно наверняка случалось и с вами, и с вашими знакомыми, поэтому поделитесь этим видео со своими знакомыми. Пусть они расскажут о каких-то, возможно, своих историях, по крайней мере, если не мне, то как минимум вам. Потому что я уверена, это действительно касается, ну, практически каждого из нас. Когда я хожу в магазин, я всегда одеваюсь максимально комфортно. Именно когда я иду на шопинг, я одеваю джинсы, которые легче всего снять, кофту, которую легче всего снять, и кроссовки, которые легче всего тоже снять. Потому что я, когда иду в магазин на шопинг, я подразумеваю, что я буду переодеваться. Поэтому я одеваюсь максимально комфортно. И прическу я тоже, простите, голливудскую укладку не делаю, лицо тональником, там, я не знаю, в 33 слоя тоже не обмазываю, потому что я понимаю, что я буду мерить одежду, мне это неудобно. И вот, в таком состоянии я обычно реально иду в магазин шопиться. Те, кто меня на улице встречает, подписчики, они наверняка это сразу знают, потому что, как правило, мы встречаемся именно в торговых центрах, именно в момент, когда я иду шопиться. Да, почему вы не встречаете меня, ребята, в ресторане? Какой кошмар. Ну ладно. Значит, вот. Иду я в таком состоянии, в тот же косметический магазин, и консультанты ко мне не подходят. То есть вообще, меня или игнорируют, или общаются со мной как-то, знаете, вот откровенно, мягко говоря, на отвали. То есть, например, я, очевидно, что-то стоя выбираю. Реально, вот сижу там, подбираю себе тональник тот же самый, да, грубо говоря. Консультанты стоят свободные, потому что я обычно хожу в магазин, когда там никого нет. Я не люблю, когда много людей в магазине. И болт они хотели класть на меня. Класс. В итоге, конечно, если мне нужна какая-то уже помощь, сама я справляюсь, я зову консультантку и прошу как бы ее мне что-то подсказать. И это все с таким просто видом, вы знаете, вот с каким-то пренебрежением делается, как будто, я не знаю, как будто я плюнула ей в лицо. Так вот, значит, ну и ты получаешь этот товар на отвали, с тобой никто вообще не хочет заниматься, и настроение, как правило, ну после такого, я не знаю, как у вас, возможно, я слишком ЧСВ, поэтому немножко бывает подпорчено, потому что мне неприятно. Я пришла шопиться, я пришла тратить деньги, и я получаю не то чтобы обслуживание, я его просто не получаю, или получаю наплевательское. Мне это отстойно, я считаю это неправильно. А теперь другая ситуация. Вот я вся такая расфуфыренная фифочка, там, я не знаю, вот просто по всем канонам гламурная киса, ну или как-то еще можете назвать по-другому.
Иду в магазин. Обычно в такие моменты, когда я вся такая обгламуренная, у меня намечается встреча с той же там какой-нибудь подругой, или я собираюсь куда-то идти. То есть я выгляжу максимально круто, ну, по-вечернему я бы даже сказала, потому что у меня какое-то мероприятие. Если я в таком виде иду в какой-то магазин, это значит, что я не намерена там ничего покупать. Я там просто нахожусь тупо ради того, чтобы провести свое время, потому что не на улице же мне в конце концов стоять, да, если, тем более, встреча рядом с каким-то торговым центром там, например, и человек задерживается. Так вот, если я захожу в таком виде в магазин, то консультанты сразу на меня слипаются, всем сразу есть до меня дело, все сразу начинают просто меня облизывать, все такие сразу любезные, милые, красивые, ой, вообще, здравствуйте, чем мы можем вам помочь, ой, давайте я покажу вам новинку, вам наверняка понравится, вы у нас девушка яркая, вот это вот начинается, и я это тоже не люблю. Мне не угодишь. Но тем не менее, это начинается. Ты видишь, что к тебе сразу начинают относиться как-то, ну, совершенно по-другому, потому что они видят, ага, что ты вот вся такая в брендах наружу, что значит, у тебя, наверное, есть там лишние пару тысяч рублей, чтобы купить себе помаду. Но парадокс. В таком виде я не шоплюсь, потому что в таком виде я обычно иду потом в какой-то ресторан или в гости. То есть просто так, сорян, но в магазины я не хожу. И я не понимаю, как в 2018 году нельзя этого понимать. Нет, ну серьезно, как много из вас одеваются по-вечернему, надевают, не знаю, каблуки, мини-юбки, там, не знаю, укладки делают, лицо просто красят, перекрасят, чтобы идти на шопинг. Ну, камон, когда мы целенаправленно идем на шопинг, мы одеваемся удобно, потому что, я не знаю, ну, я правда не знаю такого человека, который реально идет на шопинг и при этом расфуфыривается. Ну, это странно, это же неудобно, как минимум. Но консультанты, видимо, этого не понимают. Причем, вы знаете, при всей моей любви к России, это даже не сарказм, я ее реально люблю, представляете? Я не понимаю, почему это только у нас происходит. Ни в одной другой стране, вот реально, ни в одной, где я была, я такого не видела. Вот серьезно. В каком бы виде, даже если, не знаю, какой-то околопляжный лук, там, не знаю, какие-то джинсовые шорты, какая-то футболка, знаете, такая вот, ну, с пляжа идешь, да, там, не знаю, какие-то шлепки непонятные, заходишь в магазин, все с тобой любезничают. У нас заходишь в магазин, я не знаю, не в каком-то пафосном видоне, так все, ты просто какое-то отребье. Я не знаю, возможно, действительно это только так со мной происходит, но я больше уверена, что это далеко не так. И я уверена, что вы на себе это тоже замечали. Еще, кстати, мне очень многие подписчики писали о том, что очень плохое отношение к детям. Именно, ну ладно, не к детям, к подросткам в магазинах. Но опять-таки, камон, сейчас девочки-то в 15 лет, это в большинстве своем очень такие серьезные девочки, которые выглядят довольно взрослые, которые интересуются косметикой, которые идут покупать себе косметику. И этих девочек нужно просто брать и давать им самое лучшее. Ну и если уж не самое лучшее, то предлагать им действительно хороший товар в рамках бюджета. Потому что это тот период, когда ты начинаешь экспериментировать с косметикой. Это тот период, когда тебе максимально все это хочет наслаждаться этим, да, когда ты можешь сидеть там перед зеркалом краситься там очень много часов, потому что ты кайфуешь. Так вот этим девочкам консультанты впаривают какое-то барахло. Мне столько, вы не представляете, сколько мне подписчиц примерно этого возраста писало о том, что им реально просто пытаются впарить. Консультанты видят, что подросток. Значит, подросток у них априори равен какому-то тупому человеку, и значит, ему можно какую-то залежь непонятную сбагрить. Какой-то цвет, который ему тональника не подходит, но этот цвет просто никому не подходит. Или какие-то тени, которые совершенно не нужны оттенков. И вроде приходит эта девочка такая, здравствуйте, помогите мне подобрать, пожалуйста, там карандаш для бровей, а у нее там, не знаю, откровенно светлые волосы на бровях. А ей советуют какой-то там, не знаю, оранжево-коричневатый цвет, который ей вообще не подходит, но его никто не берет, поэтому пусть возьмет это дитя. И вот сейчас я бы хотела послушать людей, именно представителей этой профессии, почему так происходит. Я уверена, это будет очень интересно почитать просто всем, так что если вы смотрите мой канал, ну, просто расскажите, почему так случается. Это просто какая-то небрежность, это халтура, или действительно вы понимаете, что вот если вы видите подростка, то ему действительно нужно спихнуть какое-то барахло, потому что никто другой его не купит, а вы с этого получите какой-никакой процент. Ведь подросток все равно пришел за косметикой, и он ее возьмет. Мне реально это интересно, потому что сама, когда я была подростком, мне постоянно стирали всякую хрень. Все, сегодня это все, о чем я хотела сказать, но на самом деле, исходя из того, что вы написали мне в Инстаграм, мы эту тему с вами развивать будем, если вам эта тема реально интересна. Обязательно пишите комментарии, обязательно делитесь этим видео со своими друзьями. Безусловно, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на мой Инстаграм, если вы еще не подписаны. И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. До новых встреч!